Москва, Санкт-Петербург, Казань. Эти города испокон веков ассоциировались с неповторимой архитектурой. Эра мобильности диктует свои правила. Градостроительная политика мегаполисов делает ставку на новые технологии и оптимизацию затрат при строительстве. Это концепция умного города. Какими будут города будущего? Об этом сегодня пойдет речь на деловом завтраке. Для меня концепция «умный город» – это прежде всего город, существующий в среде, которая связана с постоянным цейтнотом, с постоянными стрессами, позволит людям комфортно существовать и находиться в этой среде мегаполиса, скажем так, в комфортных условиях, условиях, возможно, связанных с единением с природой даже. «Умный город» – это концепция, которая существует вообще в мире уже примерно с 80-х годов, 90-е годы прошлого века она оформилась уже, но в России только сейчас приступают к ней. В последние годы российский девелопмент был сосредоточен на объемах. Мы стремились строить как можно больше, и несколько лет назад мы вышли на рекордные объемы и темпы строительства. Было построено в России 80 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Однако теперь власти и девелоперы задумались, что кроме объемов нам нужно думать и о качестве, о городской среде, о той среде, в которой мы живем. Мы не можем уходить далеко от современных технологий. Они, хотим мы или нет, очень плотно вплетаются в нашу жизнь. Это и умное освещение, умный транспорт, умные здания, умное управление. И хотя, если честно, не все еще формализовали для себя это понятие «умный город», как раз мы здесь сегодня сможем обсудить и, может быть, чуть-чуть продвинуться в этом понимании. Все жилье и вообще города будут более индивидуальны. Человек хочет отличаться от других, да? Он должен узнавать свой дом, свой город, там, свою улицу. Поэтому сейчас многие девелоперы ставят, например, в своих дворах стрит-артовские какие-то объекты. Будущее за городскими активностями, или как они сейчас называются, неполитические городские активности. Понимаете, это интересная тема. Она позволяет людям почувствовать себя немножко более насыщенной и более качественной. То есть вам интереснее жить становится. Почему нет? Люди должны друг с другом общаться, и мы должны создавать условия, то есть урбанисты должны создавать условия для того, чтобы людям хотелось смотреть друг на друга, делиться впечатлениями, делиться эмоциями, делиться прочитанными книгами. Если ты сделал пирог, поделись им.